И теперь шведам, чтобы штурмовать крепостные стены, надо было сначала подавить огонь пушек на бастионах. Так что крепость значительно увеличила радиус своего обстрела. Причал, мимо которого мы с вами сейчас идем, с коваными перилами, новый причал. В 2019 году первый год работал, то есть вот только 2 года к нему причаливают лайнеры туристические. В музее был очень небольшой причал, и он не отвечал техническим требованиям. Сейчас, оказывается, вся большая часть теплохода должна стоять у причала. И вот этот причал с кованными перилами построила фирма «Кон». Это частное предприятие. И вот теперь я очень счастлива, что могу еще за ту же зарплату и до 11 часов вечера работать, ходить на работу и принимать туристов. Но я на самом деле очень вам рада. Приезжайте, пожалуйста. Вот. Все равно в музейном деле, после того, как по нам 90-й год прошелся, остались только люди, которые будут работать из-за харчи. Участвуют это очень хорошо. Вот понимают, пользуются нами вовсю.